Проблемы в семье, личные травмы и выгорание. Топ проблем, с которыми в этом году барнаульцы посещали кабинет психолога. Ложку дегтя добавила и эпидобстановка. Люди устали жить в условиях ограничений. Психологическая нестабильность людей стала выше. Вот, то есть из-за того, что есть какие-то ограничения, к которым человек не привык, естественно, себя чувствует неуверенно, нестабильно, есть переживания из-за этого. И общий невроз вот он, в обществе он стал больше. То есть невротические состояния стало больше. С тем, что уходящий год был тяжелым и эмоционально нестабильным, согласна и астролог. Этот год был объективно тяжеловат под настроение. И он, можно сказать, был такой достаточно застойный, ну, стагнирующий, медленный, неповоротливый. Где-то у нас много чего не получалось, какие-то планы рушились. По словам девушки, сложности подкидывал Сатурн, который несет в себе ограничительную энергию. А вот 2022 должен быть на порядок лучше. Это будет очень хороший год для того, чтобы завести семью, завести детей, расширить семью, завести животных. То есть все, что на увеличение, на расширение, поставить какие-то амбициозные цели, там, заработать больше денег, поехать в какую-то новую страну. У нас очень много будет энергии Тельца в следующем году, а Телец — это про себя, про комфорт, про хорошо покушать, про большие деньги, про накопить и, в принципе, про удовольствие для своего тела и для своей души. Кстати, в новом году, говорит астролог, ожидается много разводов, однако новых союзов будет не меньше. Также девушка советует не предпринимать до конца января никаких активных действий, а оставить это время на планирование и отдых. Проявить активность лучше с февраля, например, будет удачной покупка недвижимости, и лучше успеть это сделать до октября. На что еще нужно обратить внимание в 2022-м, рассказал цифролог. Следующий год будет очень эффективным, когда мы простые наши, простые, бездумные, непонятные, системные, однообразные и повторяющиеся действия будем анализировать. Потому что после знака «равно» мы получаем самый ценный опыт. Год будет непростой, год будет жесткий, год будет серьезный, но он и очень много нам принесет признания и результатов, и чего многие хотят – это больших денег. Для людей с главной цифрой матрицы 1 цель на 2022 – предлагать идеи. Двойкам придется делать в два раза больше, а тройкам лучше во всем искать выгоду и пользу. Людям с цифрой 4 – отстаивать личные границы, а пятеркам придется наконец-то полюбить себя. Самый удачный год для шестерок – заменит 10 лет. На каждый месяц надо будет ставить глобальные цели. Семеркам надо будет найти для себя что-то новое, восьмеркам набраться опыта, а вот девяткам быть максимально незаметными. Но кто бы что ни делал, главное во всем знать меру. Давать возможность себе отдыхать, не пытаться выжимать из себя максимум и заработать все деньги. Более разумно подходить к своим расходам, с пониманием относиться к тем видениям, которые происходят, потому что все же это делается на благо общества. Вот. И просто смотреть в светлое будущее и понимать, что есть такое, оно уйдет, и придет что-то новое, что-то интересное. Оптимизм – вот что, по словам психолога, необходимо в год тигра. Ну и, конечно же, желание что-то изменить в лучшую сторону. София Яценко, Дмитрий Денисов, «День с толком».